Сегодня здесь начал работать медиа-центр, в котором представлены информационные стойки городов организаторов турнира. Это Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Всего ожидается приезд более 350 журналистов со всей России, а также из Чили, Мексики, Австралии, Новой Зеландии, Германии, США и Испании. Помимо самой жеребьевки, представителей СМИ ждет насыщенная экскурсионная программа. Встреча с известными спортсменами, послами чемпионата мира по футболу FIFA 2018, капитанами команд, участников Кубка Конфедерации. Сочи готов к приему турнира такого масштаба. Известно, что в Сочи пройдет 3 матча Кубка Конфедерации отборочных и полуфинал турнира, поэтому мы с нетерпением ждем результата жеребьевки для того, чтобы понять, какие команды приедут к нам в регион. Основная делегация Краснодарского края прибудет в Казань 26 ноября. На жеребьевку приедет глава Сочи Анатолий Пахомов и посол города, организатора чемпионата мира по футболу 2018, олимпийская чемпионка Елена Веснина. Напомню, Кубок Конфедерации пройдет в России в 2017 году. Это будет своеобразная репетиция предстоящего мундиаля. Известно, что в Краснодарском крае пройдут 4 игры. А вот какие команды примет стадион «Фишт», станет известно уже в эту субботу.